Кручу-верчу на Назамата обзор снять хочу. Друзья, всем привет. Собственно, пополнение в моей коллекции. Пятый аромат по счету. Это, конечно же, Браун. Да напросили. В прошлом обзоре на аромат Назамата, пардон, я вас спрашивал, на какой аромат снять обзор? На следующий, да, из марки Назамата. Ну, вы сказали, конечно же, Алексей, приобрети Браун, да, интересно твое мнение. Вот и приобрел. Так что про эти ароматы, если вдруг кто не видел, обязательно посмотрите на моем YouTube-канале, есть на них обзоры. Мы их убираем в стороночку. Они нам не понадобятся, потому что ничего общего с этим ароматом там вообще нет. Ну и, друзья, не забудьте посмотреть перед началом этого видео мое новое видео топ 5 бюджетных ароматов мужских в люксе и, конечно же, каннабис от Boys 1920. А в следующем видео, друзья, вас ждет костюм национальный, не пропустите. Ну и спонсором этого показа, друзья, является, конечно же, наш с вами любимый сайт парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Именно там вы сможете купить этот аромат и многие другие с моим дополнительным промокодом 10 VIP LOVE. Промокод и ссылку на сайт я оставлю внизу под видео. Ну а кто вдруг не знает и не понимает, как воспользоваться промокодом, как добавить аромат в корзину, то досмотрите видео до конца, я вам покажу маленькую инструкцию. Погнали! И, конечно же, друзья, не забудьте подписаться на мой канал, если по каким-то причинам еще на него не подписан. Так, все повалилось, полетело. Ну, собственно, что? Вы можете заметить такую вот интересную крышку. Она похожа на крышку от шампанского, да, на крышку от вина. И речь действительно в аромате идет про алкоголь. То есть не зря тут такая крышка, как бы сигнал, как бы подсказка, что аромат немножечко про алкашечку. Но без крышки, конечно, это дело вообще не смотрится. Я очень люблю крышки у Назамата. Ну, собственно, как всегда, Александр Гуальтьери, маэстро этого шедевра, потому что все ароматы делает именно он. 2016 год, унисекс, и, кстати, как говорил маэстро Александр Гуальтьери, что это был его последний 10-й аромат, он планировал вообще, чтобы в этой коллекции было всего 10 ароматов, но сегодня у нас 23-й год, и насчитывается уже 14 ароматов, в этом году вышел аромат Саданаса, но обязательно его приобрету, возможно, именно на него будет следующий обзор на аромат из Назамата. А может быть, что-то другое, пишите в комментариях, там еще блимаж есть, в общем, всю линейку планирую, в любом случае, все 14 хочу скупить. Ну, может быть, что-то там, по-моему, чай-инвайт, как он там называется, еще какие-то ароматы, по-моему, они сняты с производства, они уходят, и то есть приходят другие, что-то снимается, что-то остается, и примерно, наверное, суммарно и получается, наверное, где-то около 10 ароматов. Что касательно, друзья, немножко если затронуть историю создания этого аромата, я не знаю, насколько это правда, на просторах интернета пишут, что Браунда переводится как хаос, как сумбур, как бардак. И посвящен этот аромат, друзья, произведению Бенедикта Ерофеева. Кто, может быть, знает такого, читал. «Москва. Петушки» называется. Ну, не сосательные петушки, не парни там другой ориентации, да, с другого берега. А, по-моему, деревня такая есть, или поселок. Я не знаю, я не москвич, москвичи меня поправят. По-моему, есть такая деревня или поселение Петушки. И, собственно, герой этого романа, он все время ехал в поезде к своей любимой. Я не читал этот роман, не знаю, правда или нет. И постоянно бухал все, что только видел, да, пил все, что горит, короче. Вот, и вроде как Гуальтьери вдохновил этот рассказ, и он создал этот аромат. Поэтому аромат в первую очередь про алкоголь. То есть, если вы любите и ищете алкогольные ароматы, советую послушать вам Браунду. Помимо алкашки, он очень гурманский, он острый, какая-то здесь кремовая. Есть, ну, значит, составляющая, очень громкий аромат. Прям вот наносишь, он сразу такой, я есть. Очень яркий, сладкий, кожаный, табачный, немножко такой опьяняющий и чарующий. Знаете, вот раньше не знал, как пахнет табак для кальяна, но в последнее время собираемся с друзьями по выходным и курим кальяны. И постоянно кто-нибудь, ну, там, говорит, попробуй, что будем курить, да? И когда ты выбираешь табаки, то реально вот, ну, какое-то общее у меня сходство есть вот, значит, табака для кальяна. Что-то прям такое есть. Вообще, когда я вдыхаю этот аромат, мне почему-то представляется картина такая
стол, да, вот какой-то праздничный стол, будь то это какое-то, не знаю, застолье, опять-таки какое-то наше застолье такое, да, где за столом много людей сидит, и вот они все уже поели, попили, где-то тут что-то пролилось, как какая-то алкашка, вино там на скатерти, где-то что-то от шампанское открыто там в бокале недопитое, а, значит, торт лежит, вот кусок такой недоеденный, здесь какие-то фрукты лежат, что-то тут нарезка каких-то овощей, вот, ну, конечно, курицы, картошки здесь нету, но... Ну вот это вот все, что я описал, примерно вот как-то так вот лежит на столе. И ты такой мимо проходишь, и вот так вот немножечко попахивает. Ну, это только моя ассоциация, поэтому... мое мнение. Что вы скажете про этот аромат в комментариях? Напишите, как он вам? Нравится, не нравится? Этот аромат отлично подойдет как мужчинам, так и женщинам. Здесь как бы разницы вообще нет. Это прям конкретный, ярый унисекс на тему алкашки. Что касательно, друзья, нот, то здесь у нас с вами мускус, амбретта, виски, роза, амбраксана, различные древесные ноты. Концентрация, конечно же, духи, 30 мл. Вот так вот. Открывается как шампанское, да? Бах! Ну, у Назамата ароматы все, в принципе, в духах, это классно. Что касательно, друзья, стойкости, то она здесь тоже очень хорошая. Это 6-8 часов. То есть вот ношу его, смотрю. Пару недель уже относил, стойкость кайфовая, шлейф первый, наверное, час, где-то два тоже есть, поэтому со стойкостью все хорошо, аромат качественный, добротный, но опять-таки не на каждый день и не всем понравится. Ну, больше на холодную погоду, вот сейчас еще пока весна, можно его поносить, летом, мне кажется, с ним будет тяжеловато. Вообще, почему-то я вижу осень в нем, вот такой осенний больше аромат, осенний-весенний, зимний, ну и, возможно... на вечер. В общем, жду от вас комментариев, как вам аромат, был, не был, планируете прикупить его, какой снять обзор следующий на Назамата, да, какой бы вы хотели видеть, тот, собственно, и приобрету. Вот, поэтому с вас комменты, с вас, конечно же, жирные лайки за мои труды, подписка на мой YouTube-канал, если по каким-то причинам еще не подписан, обязательно подпишитесь, также подписывайтесь на все остальные мои соцсети, это Instagram, это Яндекс.Дзен, это Telegram-канал, все ссылочки также найдете здесь внизу. Ну, собственно, пойдемте посмотрим, как можно заказать этот аромат, воспользоваться промокодом 10VIPLOVE на сайте Rendezvous. Все, всем пока. Друзья, аромат, который мы сейчас видим речь в обзоре, вы можете, как всегда, купить на Rendezvous. Также можете купить абсолютно любые другие ароматы. И, конечно же, можете приобрести аромабокс для того, чтобы познакомиться с тем или иным ароматом. Сейчас покажу, как можно привести аромат и воспользоваться дополнительной скидкой 10%. Добавляем аромат в корзину. Жмем оформить заказ. Внизу справа ищем использовать промокод. Пишем латинскими большими 10 VIPLOV. Применяем промокод и получаем, друзья, дополнительную скидку в 10%. Напоминаю, что сумма заказа должна быть свыше 2500, иначе промокод не сработает. Переходите на сайт, заказывайте любимые ароматы. Ссылочка и, конечно же, промокод будет внизу под видео.